Здравствуйте, ребята! Начинаем урок физической культуры и продолжаем нашу тему «Игровая деятельность на укрепление доверия». Урок номер 23. Цель обучения – экспериментировать с тактиками, стратегиями и структурными идеями для повышения уверенности и улучшения способностей. Оценивать свои и другие лидерские и командные навыки с целью оптимизации совместной работы, а также оценивать альтернативные идеи, связанные с движением для реагирования на изменяющиеся обстоятельства. И сейчас я вашему вниманию предлагаю видеозарядку выполнить вместе. Итак, продолжаем урок. Техника игры в нападении делится на подачу мяча, передачу мяча и атакующий удар. Для игры в нападении служат подачи, передачи двумя руками сверху и снизу, а также прямые нападающие удары с переводом, стойки и перемещения. В свою очередь, техника игры в защите делится на прием мяча и блокировку. Тактика игры. Под тактикой игры понимают рациональное использование приемов игры и организацию действий игроков с целью достижения успеха в соревновательном противоборстве с соперником. Тактика игры подразделяется на два раздела – тактику нападения и тактику защиты. В каждом разделе из них выделяют индивидуальные, групповые и командные тактические действия. Распределение волейболистов по игровым функциям позволяет наилучшим образом использовать их индивидуальные возможности. Итак, тактика игры делится на тактические действия в нападении, тактику подач
и тактические действия в защите. И вот давайте мы их разберем. Тактика подач. Это значит, если раньше подачу считали только способом введения мяча в игру, то со временем она стала грозным атакующим средством. По способу выполнения подачи подразделяются на нижние и верхние, а по положению тела подающего игрока относительно сетки на прямые и боковые. В тактике подач можно выделить такие основные моменты, как подача на точность, уязвимое место площадки, на определенного игрока и подача на силу. Разберем тактические действия в нападении. Основным содержанием тактических действий в нападении у волейболистов является тактика нападения со второй передачи. При организации нападающих действий со второй передачи игроком передней линии в завершении атак принимают участие два игрока. Тактические действия в защите. Тактика защиты состоит из четкого взаимодействия игроков передней линии между собой, блокирование и страховка. Игроков задней линии между собой и, наконец, взаимодействие игроков задней линии и игроков передней линии между собой. И хочу вам сейчас представить видеоматериал на лучшие моменты из волейбола. Ha chiuso lui con 4 ace.
И хочется в заключении добавить. Волейбол – это одно из активных средств укрепления здоровья, физического и умственного развития. Быстрота мышления, умение принимать решения в быстро меняющихся ситуациях, повышение работоспособности и улучшение настроения. Занятие волейболом компенсирует дефицит двигательной активности, способствует гармоничному развитию обучающихся. Достоинство волейбола в его простоте, эмоциональности и зрелищности. Секрет популярности волейбола в том, что он доступен всем. Все движения в волейболе носят естественный характер. Основные – это на беге, прыжках и метаниях. Популярность волейбола делает его значительным средством пропаганды физической культуры и спорта. Поэтому занимаемся спортом, ведем здоровый образ жизни. Спасибо за внимание. Урок окончен. До свидания.